Как правильно разжечь шмеля? У шмеля есть клапан, ты его открываете и начинаете качать. Качаете до тех пор, пока из-под клапана не потечет бензин. Вот видите, бензин потек, значит, все, клапан можно закрыть. Теперь открываете, закрываете, открываете, закрываете, делаете прочистку форсунки, жиклера. Потом вот у шмеля есть нижняя ванночка, ее надо набрать полную бензина. После того, как вы набрали ее, зажигаем и ждем, пока весь бензин не сгорит. Он должен хорошо прогреть верхнюю тарелочку. Если хорошо не прогреть шмеля, он хорошо факел давать не будет. Он будет коптить, дымить, плеваться, но гореть хорошо не будет. Его хорошо прогреть надо, именно с нижней тарелочки. Ну, еще бензин есть. Сейчас пусть еще прогреется весь. Ну, теперь можно его приоткрывать. Нижняя тарелочка перестанет гореть, когда весь бензин выпарится. Все, загорится синее пламя. И будет прекрасно работать. Вот и все. Шмеля разожгли. Теперь можно убавлять. Больше, меньше делать.